Сегодняшняя тема. Жми на фото, чтобы рассмотреть платье звезд, которые уже вышли из моды. Они а же читай подробнее о моделях платья с баской были актуальны несколько лет назад, примерно в 2013 году. Сейчас такая вещь не подойдет для светского раута уж точно. В последнее время ориентир на спортшик заставляет нас обратить внимание на модели более свободного кроя. Излишняя элегантность ушла в прошлое, сегодня приветствуется более дерзкий и слегка небрежный стиль. Если у тебя в гардеробе осталось платье с баской и отказаться от него ты пока не готова, сохрани его до лучших времен. Вероятно, оно еще вернется в моду, но это не точно. Длинное платье в пол доставит кучу неудобств, начиная от бесконечного сбора пыли и заканчивая малой степенью сочетаемости с любой верхней одеждой. Такие вещи вышли из моды уже давно, на смену им пришла актуальная длина миди. С ней будут сочетаться как грубые ботинки, так и высокие сапоги. Платье в пол, в свою очередь, ненароком напомнят о провинциальном выпускном вечере. Такие платья пришли из нулевых. Образы звезд того времени, которые сейчас выглядят нелепо. Смотри в галерее, платье с воротником-хомутом визуально сделает фигуру массивнее и создаст эффект широких плеч. Альтернативой такой модели сейчас служит свитер или водолазка с высоким горлом. В офис или на прогулку по парку носи их с прямыми светлыми джинсами, а при создании более дерзкого образа сочетай с классной мини-юбкой. Несколько сезонов назад пышная юбка считалась признаком женственности и привлекательности. Быстрое изменение трендов и установок привело к тому, что сейчас такая модель выглядит скорее вульгарно, чем эффектно. В особенности не рекомендуется носить платье из атласной ткани, которое создает дополнительный эффект дешевизны. О звездах, которые одеваются как диснеевские принцессы, читай под фото, бандажные платья кажутся привлекательными, так как корректируют фигуру и подтягивают ее в нужных нам местах. Однако, надевая эту вещь в 2021 году, есть риск выглядеть максимально неактуально. Платье бандажного типа уже давно устарело, как и его верные напарники, туфли с массивной платформой на высоком каблуке. Взамен предлагаем подчеркнуть достоинство фигуры с помощью актуальной трикотажной модели в рубчик в сочетании с остроносыми туфлями на Киттин Хилл или Плоском ходу. Кстати, о звездах, которые до сих пор любят такие платья, читай в галерее, читай еще. Ставь лайк и подписывайся на канал.